Всем привет! Вы на канале Baby Ужас, и я нахожусь в школе у своей бабушки. Я тут давно не была, давно еще не была с лета. А тут какие-то цифры на доске. Сейчас пришли девчонки, будут, короче, убираться. Потом к 11 двоечники придут. Да, и то только мальчишки. Мальчишки всегда двоечники. А что мальчишкам делать? Вместо того, чтобы двойки получать. Гулять, да и двойки получать. И это их устраивает. И тройки, и двойки, и единицы. Единицы это плохо. Тройка это еще нормаль. Я иногда получаю тройки, но это редко. А двойка это не нормаль. Тут такой большой коридор, много классов. Тут большая карта. Там еще где-то на втором этаже, по-моему, сейчас на третьем, на самом высоком. На втором этаже показаны ученики все. Моя мама здесь училась. Вот бабушка идет. Там Надя. Такой красивый цветочек. Ой, это красивый цветочек. А вот и девочки вернулись. Она была положена на ютубе. Мы тратили свою долю. Лайков. Деньги ей пока не передали, только лайков ей. Ты, короче, бери рекламу там на своё видео, тебе деньги заплатить. Разреши, да? Разреши, что вводили. Саша тоже сказал, окей, приду. Где? Да, Саша и тоже. Окей. Да, поэтому Вера быстренько это самое. Ты мог вставать на стул. О, сегодня какую эфемерафию нашла нашего класса. У вас нету. О, еще кто-то пришел. Здравствуйте. Одни девочки. Значит, мальчишек нет. Девчонки у меня наверх полезли, так? Там пыль все убирают. Этой тряпкой. Девочки, ну школу вот этой. Наверное, трудно быть старшеклашками. Это же у нас для доски. Она на YouTube снимает. Много уроков задают. Все сколько. Это отличники у нас почти. Да? Почти не было отличники. Ну, Сага, все равно. Так, а что? Мое видео не по теме, но все равно снять, показать школу хочется. Я потом и свою школу покажу, не только бабушке. Он потом, когда после каникулов, кстати, ребята, всем с каникулами, как каникулы. Вот после каникул приеду, короче, и пойду. Кстати, вы мне не написали в комментариях, там, где я была позапрошлое видео, что мне там было? Джинсы или лосины? Вы мне не написали. Я проверяла. Может, сегодня напишите? Пишите. Я прошу вас. Сейчас буду мальчишек тут ходить караулить. Можно по красной линии вернуться в класс. У меня есть блокнотик. Я могу показать, что я рисовала. Кстати, я еще, наверное, сниму, где я рисовала криперы шоколада. Я сниму, что у меня получилось. Это я просто так рисовала чику. Это дело квадратную чику, типа в Майнкрафте. Вот это я рисовала. Тут у меня просто рука, вот смотрите, не получилась. Вот это у меня чика квадратная, это у меня обычная чика. Просто так рисовала 20.
6-го, вот этот уже 27-го. У меня просто рука не получилась. Это Мангл смотрит на них и плачет. А они вот поцеловались. Видите, у них щечки даже покраснели. Но я раскрашивать не стала. Как вы знаете, я не люблю раскрашивать. Это какое-то злого, какого-то такого вредного этого. Ива нарисовала. Ой-ой. Бабушка, тебе звонят. А теперь... Теперь Крипер. Но больше я не рисовала. Там дорисовать. Наконец-то хоть какой-то мальчик пришел. А то одни девчонки. Валентин Николаевич, я завтра звоню, что я себе скажу, будет, да? Кстати, то видео, я думала, что выложу видео, короче, где там выступали мои одноклассники на сцене, но так и не выложила, потому что было слишком тихо, они выступали. Я брала интервью, очень плохо у них, короче, вот. И хотела попасть только Катя Попова на мое видео. И больше никто, все так стеснялись, типа, не снимай меня. Ладно, они же знают, что я это на YouTube выкладываю, поэтому. Везде выключены лампы, кроме одной. Что-то подозрительное, слушайте. Подозряк. Ладно. Телевизор. Как-нибудь сниму прохождение Майнкрафта. Ждите. Буду снимать. Выживалку буду снимать. Буду снимать на сервера, как я захожу. Кстати, никак не могу найти. Да. Как я захожу на сервера, но это у меня мало получается. Ну... Ладно. И, кстати, когда вернусь домой после каникулов, буду снимать на компьютере Майнкрафт, как я буду строить город. Понятно? Ну, ладно. Всем пока. Спасибо за просмотр, подписку и ваши лайки. Ну, если вы их поставите, конечно, давайте поставим лайк на это видео. Всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.